Значит, после оккупации города Славянска, значит, у нас, как такое может быть ходовое выражение, отжали 5 единиц техники авто. Волга 24-10, Нива, УАЗ 469, 2 и УАЗ 452. Плюс склад. Общая сумма потерь, ну такая приблизительная, 140 тысяч. Аккумуляторы, значит, ну все. Даже спецодежда, это все новые спецодежды. Резину новую приготовили, только менять. 3 комплекта. Ну, в общем, все это. Мы подали материалы соответствующие в органы. Ну, пока никаких подвижек нет. Когда пришли эти, значит, вот, ну, я не знаю, как это назвать, ополченцы или грабители, вот, они хотели еще у нас здесь и обосноваться, свою технику поставить в гаражи, вот, вот эту вот установку, которая «Нано» или «Нона», там называли ее. Но, слава богу, она ни по размерам не вошла. И они хотели здесь, у нас тут две комнаты есть для наших сотрудников, которые приезжают с Харькова, с Луганска, вот, хотели здесь обосноваться и спальню, так сказать, комнату сделать. Но когда у дежурной спросили, она несколько раз повторила «Киев, Киев», когда спросили, причем Киев, вы кому подчиняетесь? Она говорит, мы подчиняемся Киеву. И они, конечно, они посрезали все замки, вот, с собой имели эти пилы, болгарки, там, я не знаю, что они. Вот, они посрезали все, все 10 боксов, все раскрыли. Вот, они еще УАЗик одни не смогли завести. И то, потом мы наш УАЗик видели в городе, уже срезана вся эта задняя часть, 52-й, и там уже пулемет, как тачанка была, такое, по городу ездил. И «Волгу» видели. Вот. И тогда старший скомандовал, рвем отсюда когти, потому что сейчас тут будет, значит, правый сектор или еще кто-то будет. Вот, и поубивали. Это нас спасло.